Очень круто Рэм себя ведет, мне очень нравится. Оксана, поцелуй гребешка. Гладненький прям. Асян, ты куда там тащишь? Стой там. По билету. Вставайте с дивана, садитесь в свои тачки и крутитесь сюда, на Кольске, к Мериберка. Все ждут вас здесь. По билету на восток. Всем добрейшего утра. Мы выспались, искупались еще раз. Сегодня будем изучать Риберку. Покажем вам кладбище кораблей, конец всех дорог. Также сегодня немного порыбачим пару часиков. Вам я предлагаю оставаться с нами и исследовать Риберку. Идем на завтрак, кафе Рында с шикарным видом. Я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не... Вкусненько очень все готовят. Посмотрите, сырнички, сырники я очень сильно люблю. Обратный билет, все мосты жёг. Времени на отдых нет, мне не нужен пит-стоп. Итак, ребят, мы выехали из гостишки, позавтракали. Сейчас мы направляемся на локацию. Называется она «Конец дорог». Кстати, почему она так называется? В свое время «Газпром» строил тут дорогу, и она уперлась в скалу. Они ее бросили, и она теперь «Конец всех дорог», потому что это крайнее место, куда можно доехать. Я думал, история будет какая-то. Ну, такая мини-история, считай. А, это локация, потом у нас идет кладбище кораблей. Съездим на пляж. Риберка, да, на пляж. Дальше у нас кладбище кораблей, пляж «Яйца дракона», потом рыбалка. Мы заезжаем в Териберку, старую. Большой отлив. Блин, ну, конечно, картина бомбическая, просто бомбическая. Так, ребята, мы на локации. О-о-о! Сахалин. Вот какой-то пидорас со своим семейством решил написать, откуда он родом. Я тоже родом с Сахалина, но я писать такую дичь не буду. Мы приехали. Конец всех дорог. Как и обещал, следующая локация. Конец всех дорог. Все, кто меня смотрит, пожалуйста, не занимайтесь этой дичью, не пишите на скалах, и никогда это смотрится пошло очень. Ну, зачем это делать? Зачем кому знать, бля, откуда вы или как вас зовут? Вид шикарнейший, как на всем Кольском. Везде обрывы, скалы, все, блин, такое монументальное, мощное, сильное. Чувствуешь себя каким-то атомом, молекулой, я не знаю. А дальше у нас пляж драконов. Машина себя показала очень круто. На хорошем подъеме, ни разу не застряли. По дороге обратно используем опцию «Помощь при спуске». А сейчас насладитесь этим видом вместе со мной. Делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу. А, ребят, сейчас на спуске на крутом, на каменистом, проверим в действии, как работает у Рэма система «Помощь при спуске». Вот кнопочка находится здесь, потому что пакет у меня GT стоит, и вместо шайбы у меня этот блок стоит, как у Рэма Трейд. Вот эта кнопка, блокировку заднего моста я включил, режим 4 вода авто, помчали вперед. Короче, ставим понижайку, включаем 4 вода авто, Select Speed Control, лепестками переключаю скорость, сколько километров в час я хочу ехать. Машина сама подтормаживает. Очень круто Рэм себя ведет, мне очень нравится, ребят. Я затупил на самом деле, это не помощь при спуске, а это круиз-контроль внедорожный, вот так вот. В общем, очень круто едет эта опция, вот вплоть до того, что можно в поле выезжать, включать, и вот он от 1 до 8 км в час держит скорость. И на понижайке ползет, ползет, ползет. Нашли лагерь питерских ребят, отдыхают здесь несколько месяцев в году. Они нас решили угостить
морским ежом и гребешком. Сейчас будем тестить. Ребят, распилить сложно вообще до столицы? Ну, в общем, да, как бы тут от погоды зависит, нужно сопровождение, ныряем с лодки. С ежом более-менее все просто, можно приехать там с маской, с гидрокостюмом, пешочком там или на каяке, или там с байдаркой, там с сапом отплыть к скалам, нырнуть и на глубине там 3-5 метров набрать. Иногда в большие отливы ежа можно там собирать на отмеле, где-то в камнях тоже. Но это тоже надо места знать, это не везде так. С гребешком сложнее, его мало. Остались на глубине где-то 20 и глубже. Гребешок нравится всем. Он меньше, чем дальневосточный, но по вкусу вполне такой вот очень приятненький. Сырым можно есть, не обязательно даже соус. Ловкость рук. Вот прямо с тарелочки. Ага, давай. Поцелуй гребешка. Если борода мешать не будет. Оксана, поцелуй гребешка. Сладненький прям, огонь, не как в ресторанах. Да, притом вот некрупный гребешок, он более нежный, там, чем крупнее раковина, тем как бы уже бывают сложности. Давай там ежика сразу откроем. Ежика, давай, вот он иголками шевелит, выбирай, какой тебе нравится. Так, кто первый пошевелится, тому кирды. Вот это. Давай. Входное отверстие, где зубы, и выходное отверстие. Можно вставлять в то и в это. Вот внутренний мир этого зеленого гада. Можно, в принципе, все съесть, но мы, русские люди, любим... Воду выпускают, да. Да, мы вот каки предпочитаем убирать. Это каки, да? Ну, он питается водорослями, сидит на ламинарии, отгрызает верхушку и свистом падает вниз. И там на дне уже набегает его собратья, он поедает этот листик. Ну, бывает, что вот в пищевых мешочках вот содержатся остатки водорослей. Такие комочки. Вот. Хорошо, что мы не сами их едим, так бы одно говно жрали. Вы там это, смотрите, там говорят, мощный афродизиак. А, ладно. Мы старые друзья уже, ничего не... Уже не страшно. Каждый ежик индивидуален на вкус. Некоторые сладкие, некоторые там чуть-чуть с горчинкой. Какие-то больше водорослями. Слушай, ну... Забытый вкус детства. Я... Сопли на морозе. Сюда, да? Да. Можно, Юрочка. В ресторанах они невкусные. Здесь вообще совершенно другое. Так, ну давайте, что, Лех, закругляться будем, наслаждаться, да? Оператор тоже хочет кушать. Да. Так, афродизиак тебе нельзя было найти. Когда мы передвигаемся между локациями, еще находим очень много крутых штук. Есть на что посмотреть, так что... Вставайте с диванов, садитесь в свои тачки и крутите сюда, на Кольский, Кириберка. Все ждут вас здесь. Мы на локации пляж драконов. Нужно пройтись немного пешком. Говорят, раньше можно было сюда заехать на машине, прям до Талова. Сейчас запретили, видимо, из-за наплыва туристов. Нам после плотного завтрака полезно чуть пройтись. А потом по моим золотым, там рыбалка у нас подоспела. Ребят, мы на этой мистической локации. Галька! Всем галькам. Громадные круглые камни, похожие на яйца динозавров. Прикольное место, легко сломать ногу. Это Стасик развлекается. Еще раз говорю вам, садитесь в машины свои, езжайте в Териберку. Все это бесплатно. Ночевки у ребят, которые ежами нас угощали, у них палатка стоит 1500 рублей, двух-трехместная. Отели по разным ценам, но сложно найти свободные. Да? Там мы взяли вот тремя кроватями, там по сути пятером можно спать. Это 12 тысяч сутки. Вот. Либо палатка, спальники купите, спальники стоят небольших денег. И все, отдыхайте в этих палатках, все так здесь живут. А все эти красоты, это все бесплатно. Еще много других всяких локаций. Кстати, рыбакам можно рыбачить со скал. То есть нам ребята, которые угощали ежами, гребешками, сказали, что можно поймать рыбу со скалы легко вообще. Но сами знаете, что рыбаки... Я сам рыбак тоже. Заядлый причем, блядь. Подъехали к локации, сейчас идем, ищем нашего кэпа. Так, мы подъехали на локацию.
сказали, что по-любому что-то поймаем. Я в предвкушении, на рыбалке не был год уже. Так что следующий кадр будет с нашей большой посудиной. Я знаю только честных, отчаянья целуя. Что, мы свои снасти не брали, нам сказали, не надо, будем. А с какой глубины будем рыбу-то брать? Сейчас посмотрим. На плотере видно, да, рыбу? Будет. Или как вы по своим местам? Ну, да. Или вы по своим местам зайдете? Куда-нибудь зайдем, короче. Жду контракт. Бабок не надо, просто на год ему. На 8 часов рыбалка стоит 40-45 рублей. Нужна хорошая погода. Сегодня сказали, погода не очень летная. Походу не поймаем, пацаны. А там смотришь, а там пацаны прямо могут быть киты. Там бро, да, здесь. Тасян, ты хули там тащишь? Ждем кита. Мы ждем кита. Вот всех. Все собрались тут лодки. Так, кит этот хитрожопый, короче. Кит. Вот сейчас на него идем. Будет что-то? Это здесь, да, был? Вот здесь был. Вот туда. Пошел. Андрюк, спасибо. Мы прикатили с рыбалки, поймали 3-5 рыбок. Краем глаза увидели кита, наверное, кита, не знаю. Сейчас мы двигаем в Мурманск. У нас сбор нашей большой команды в 7 часов вечера. Завтра у нас перевал геологов. Очень крутые, красивые локации. Послезавтра какой-то суровый подъем на какой-то перевал, куда, по-моему, Юлик или кто-то из ребят не может несколько лет подряд подняться на гражданском автомобиле. Будем тестить этот перевал. Итак, как и обещал, после рыбалки мы на кладбище кораблей. Звучит это на самом деле вот так, а по факту это вот так. Пойдемте вместе спустимся, позырим. А, вот еще с этой стороны, смотри. Это небольшая бухточка такая, пару посудин. А может быть сам Рагнар Локброк сюда заходил. Видимо, давно эта шхуна стоит, уже на ней трамплин из земли. Если это видео наберет 1 000 000 просмотров, я на своем рейме еду с трамплина. Вот, прикинь, ой, там мы ходим, все, прикинь, по палубе, это все пароход большой. Это на нем сделали пирс. Ну, посмотреть разок можно, почему нет, а может и кому-то показать потом приехать. Я вот, допустим, со своей любимой с удовольствием бы прокатился, или с корешами с удовольствием тоже прокатился. А может быть и с любимыми корешами. Пойдем сейчас попробуем покидать. Водохранилище. Мечты сбываются, Газпром. Кидаем везде, где видим воду. Хотелось бы показать людям, куда можно ездить на рейме, как можно ездить на рейме, с каким комфортом, да, преодолевать расстояние не только по асфальту. Сам я очень хотел отдохнуть душой, да, сменить. Локацию всегда хорошо, не сидеть не в офисе, а смотреть на красоты нашей родины. Этим мы с вами и занимаемся последние несколько дней. Реально начал понимать, да, что за машина. Что за машина у меня? Очень комфортно себя ведет вообще. И на кочках на больших, и не на кочках. Очень классно. Я думаю, может, в следующем году сделать мини-экспедицию, взять еще один 2 рема и вместе с мужиками поехать. Короче, разберемся, посмотрим. В этом году еще несколько путешествий. Еще будет, скорее всего, оффроуд на рейме. И позырим вместе с вами, что можно сделать интересного, как подписчиков привлечь, чтобы они своими глазами увидели. Я бы собрал бы прям вот такой клуб не только на ремах, да, возможно, я посмотрю. Возможно, бы профинансировал поездку даже каким-то счастливчиком. И
просто ради кайфа, чтобы люди посмотрели. На грузовике порвался пыльник, и продолжать мы путешествие так не можем. Он ошеломляющего размера. Ебать, сейчас будет пожар. Нашли на карте озеро Щучье, а поехали проверим, есть ли там щуки. Так здесь можно проехать, получается, легко, по колено, блядь. Говорит, что мы с Лехой не атакуем эту гору. Ребята, это тяжко, рванули дико.